считаю, что спорт в жизни человека, естественно, необходим по многим критериям, но в принципе, мне кажется, что спорт – это образ жизни. И образ жизни, который должен прививаться с детства. Не обязательно идти к достижению больших, высоких целей, не обязательно становиться профессиональным спортсменом. Это должно быть хорошей, здоровой привычкой. Спорт в жизни человека необходим по многим критериям. Ну, первое – это здоровье. Однозначно это здоровье. А также это целеустремленность, это уверенность в себе, это вариант того, что ты станешь успешным человеком, ты достигнешь то, чего хочешь. Спорт – это должен быть образом жизни, то, естественно, можно разделить спорт на любительский и профессиональный. Так вот, я не из тех мам, которая хочет видеть своего ребенка на вершинах пьедестала и Олимпийских играх участника. Ну, если, конечно же, ребенок этого будет желать, мы всячески его поддержим и поможем ему добиваться цели. А на личном опыте могу сказать, что я со спортом далеко не на «вы», то есть это моя привычка, это ежедневная утренняя гимнастика, и поэтому Есения у нас с годика повторяет за мамой упражнения, приседает, отжимается. То есть как бы активно принимает участие в утренней зарядке. Сейчас как привычка у Есении это тоже расстилаем массажный коврик и в виде игровой формы мы занимаемся. Еще одна немаловажная привычка в нашей семье – это занятие йогой. У меня есть старшая дочь, которой 18, и младшая. И от 3 до 5 раз в неделю мы ходим вместе на занятия. И точно так же Есения с детства видит этот пример, она занимается, также мы можем заниматься дома, меняемся, играем роль, такие у нас обмен ролями. Есения у нас тренер, она нам показывает упражнения, мы за ней активно повторяем. Людина, яка займається спортом, можна здалеку помітити, це красива підтягнута фігура, це струнка, рівна осанка. Також люди, які займаються спортом, вони і здоровіше себе почувають. Як кажуть, в здоровому тілі здоровий дух. Я вважаю, що дитину до спорту можна вже підводити десь з 3 років. Коли дитина вже в такому віці, вона, в принципі, вже знає свої силові та фізичні можливості і можна вже давати невелике навантаження. Також в цьому віці спорт проявляє в дитині такі якості, як відповідальність, дисципліна і наполегливість. В плані легкого спорту це, скажімо так, це аматорський спорт. Не професійний для діток, так, звісно, можна займатися з дітками з 2 років, навіть і менше. Це лікувальна гімнастика, зарядка. Також можна займатися плаванням, що дуже, дуже укріплює м'язовий корсет. Може підійти навіть художня гімнастика, може підійти і футбол для хлопчиків, також і спортивна гімнастика, плавання. Все це розвиває дитину фізично і також розвиває навіть характер у дитини. Я займалася з дитинства, з 6 років художньою гімнастикою. Спочатку було це з лікувальної цілі, а далі все це переросло в більш професійний спорт. І я дуже вдячна, що батьки були наполегливі зі мною в цьому виборі. Вони мене дуже підтримували. Цей спорт дав мені, скажімо так, відкрив багато дверей. І саме в цьому спорті висока конкуренція серед дівчат, але саме цим ця конкуренція і проявляє той характер, твою наполегливість, відповідальність. Польза спорта не только в построении собственного тела, собственного организма. Польза спорта в организации уклада жизни. Вы строите свой рабочий день. Вы знаете, что вам надо в такое-то время пойти на тренировку. На тренировке вам надо выполнить 1, 2, 3, 10. Добиться того, того, того. То есть спорт, он организует человека. Очень много видов спорта, когда
особенно восточные единоборства, где очень большое внимание уделяется духовному развитию спортсмена. Где, вот скажем, в карате там любое общение учеников с тренером, любое общение учеников между собой начинается и заканчивается поклоном, уважением. На соревнованиях спортсмены могут друг с другом там, скажем, какие-то там и удары наносить, но перед соревнованием, перед поединком поклонились, после поединка поклонились, пожали друг другу руки. Футбол. Вот, пожалуйста, играют наши команды. Перед началом игры друг другу, своему сопернику пожали руки и судьям. Во время игры там до драки доходят, игра закончилась, опять пожали друг другу руки, поменялись там футболками и так далее. То есть спорт – это не только, знаете, как раньше когда-то была поговорка такая глупая, «сила есть, ума не надо». Да без ума вы много в спорте не добьетесь. Все надо знать. Как разложить усилия там, по дистанции, там, как посмотреть глаза сопернику. Боксеры друг другу в глаза смотрят, и уже по взгляду друг другу в глаза уже брокеры определяют, кто из них победит, а кто проиграет. Видите, то есть это не только мышцы, там, и так далее. Это еще и психология, это еще и определенный уклад жизни. То есть однозначно, что при занятиях спортом нельзя там пить, курить, наркотики употреблять. Наверное, лучше все-таки заниматься спортом, чем пить, курить, наркотики употреблять. И каждый родитель, если перед ним станет право выбора, что лучше, чтобы ваш ребенок занимался спортом или ваш ребенок там где-то в подворотне занимался неизвестно чем. Тут, по-моему, даже сомнений не может быть, что выбрать. Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Мой совет, как можно раньше начинать прививать ребенку полезные привычки, это занятие спортом однозначно. Возможно, это начинают делать в игровой форме. Возможно, это даже нельзя назвать совсем спортом, а просто какие-нибудь активные игры на улице, активные игры в воде. Это утренняя шуточная гимнастика. Все эти небольшие шажки в виде игр с ребенком однозначно помогут ему в дальнейшем определиться, каким видом спорта он хотел бы заниматься. Поэтому пробуем, ищем, находим, продолжаем развивать, ищем секции, кружки, ведем ребенка и вместе с ним активно занимаемся, получаем удовольствие. Еще я хочу сказать, что саме у раннего віці спорт розвиває в дитині такі якості, як витривалість, дисципліна і наполегливість. І тому я дуже раджу батькам займатися з дитиною якомога раніше, з самого маличку. Також спорт – це здоров'я. І саме він, саме спорт і заняття спортом сприяють здоровому розвитку дитини. Кожен сам собі вибирає, що йому. Але, по большому счету, обов'язково вести себе за правила, какое-то количество времени в день выделить на самого себя любимого для занятий спортом. Вот я, например, уже много лет поставил себе задачу, в каком бы состоянии я ни был, обязательно какую-то свою физическую активность выполнить. Иногда я прихожу такой уставший, на четвереньках выхожу на стадион, вместо того, чтобы бегать, бегом это назвать нельзя, то ли бегу, то ли ползу. Но двигаюсь. Пользы может быть и нету, физической пользы может быть и нету, а моральная польза есть, потому что я знаю, что я выполнил свою программу и отдал дань физической активности. И так оно и должно быть.